Друзья, всем привет! Полгода назад я сделал вот такой вот мульчер. Нужно мне было, на быструю руку смастерил, чтобы убрать зеленую ботву картофеля. Нужно было убрать картофель, так как передали много дождей. И, в общем, друзья, смастерил я такое чудо. И как получилось, это видео набрало много просмотров. Людям понравилось, я даже не ожидал. И стали задавать вопросы, сними размеры. В общем, друзья, дошли у меня руки до этого чуда. Я сейчас для вас хочу показать размеры, кое-что посоветовать, как она работает. Вы уже посмотрели в начале видео, но сейчас давайте приступим к обзору. Интернет-магазин «Мой мотоблок» приглашает всех посетить свой сайт, где есть большой выбор мотоблоков разных моделей. Также в продаже имеются мототрактора, мини-трактора, хороший ассортимент навесного оборудования. Ссылку на этот магазин вы найдете в описании под видео. Итак, приступим. Начнем с уголка. Крепится он тремя болтами. Длина его 24 сантиметра. Дальше у нас идет труба основная. Длина ее 23 сантиметра. От нее в правую сторону отходит крепление для ротора длиной 19 сантиметров. Вот. Дальше на левую сторону у нас идет крепление колеса. Составляет 27 сантиметров. Дальше, друзья, поперечная, как бы, которая держит все это на себе, это вертикальная труба длиной 19 сантиметров. Здесь я варил палец для переходных шкивов длиной 17 сантиметров. Значит, что здесь по шкивам? Шкивы переходные, между ними расстояние, сейчас я вам замеряю, чтобы было понятно. Значит, расстояние между ними по центру 12,5 сантиметров. Так, ну и дальше я сейчас вам промерю, наверное, расстояние между самими шкивами, чтобы было немножко понятно. Ну, а там уже дальше уже каждый как хочет. Значит, здесь расстояние у меня составляет 20 сантиметров. Этот шкив я взял со стиральной машинки какой-то. Здесь, друзья, у меня расстояние составляет от центра до центра 40 сантиметров. Вот. Ну, как-то так. Дальше, по колесу ничего не буду рассказывать, оно регулируется вверх-вниз, тут уже, я думаю, понятно. Центровая также, видите, можно ее немножко срезать, но я пока так оставил. Ну и по ротору, друзья. Ротор мне попался на рынке, уже готовый, купил его за 250 гривен, и под него я уже дальше плясал, подстраивался. Значит, высота от диска до верхней точки вала составляет 43 сантиметра. Так, ну здесь крепление подшипников, если надо, измеряю. Высота 26 сантиметров. Сам ротор, друзья, у меня съемный. Он держится квадрат-квадрат, как бы папка-мамка. Его легко можно соединить. Для того, чтобы натянуть ремень, вот здесь у меня стоит винт. И таким способом натягивается ремень до нужной нам натяжки. А потом, друзья, сверху болт, который фиксирует все это дело, и только потом, уже когда все зафиксировано, я завожу мотоблок. Теперь, друзья, перейдем с вами на самую главную часть устройства, это диск с цепями. Значит, диаметр диска составляет у нас 27 сантиметров. Вот, смотрите, значит, верхние цепи я их увеличил до 75 сантиметров, потому как расстояние картофеля у меня 60 сантиметров, бывало, что просто не захвачивало местами рядок, если мотоблок там вильнуть. Значит, сильно идет сопротивление, когда я увеличил цепи. Мотоблок немножко дает просадку. Двигатель у меня 8 лошадок, немножко не хватает, немножко давится. Ну, если сильная масса пошла, если мелкая, то все отлично. Поэтому советую вам, друзья, диск ставить не 27, а побольше, на 40 сантиметров или даже 45 сантиметров. И здесь цепи у нас станут меньше, и сопротивление мы получим меньше. Поэтому в такой конструкции будет легче работать мотоблоку. Ну, а я, друзья, уже ничего менять не буду, так как у меня все сделано. Просто добавлю шинку, и на шинку уже приварю кусочки цепи. То есть уменьшу сопротивление своему двигателю. Вот такая вот подсказочка. Дальше давайте перейдем на низ. Я вам измеряю высоту, значит, самого треугольника, как бы сказать. Высота треугольника у нас составляет 17 сантиметров. Вот картонка. Значит, высота регулируется колесом, которое идет с другой стороны по другому рядку. Все прекрасно получается. Значит, между цепями примерно, чтобы вы ориентировались, 6-7 сантиметров, где-то так вот.
средняя и от середины до нижнего тоже где-то 6-7 сантиметров. Дальше, друзья, давайте замеряем общий захват. Если у нас верхние цепи, как я уже вам сказал, общий захват 75 сантиметров, то средние цепи у нас захват получается 35 сантиметров. Вот. Средние и нижние. Нижние цепи у нас получается захват общий 20, да, ровно 20 сантиметров. Вот такая, друзья, получилась конструкция. Значит, сразу хочу сказать, некоторые мне писали, что нижние цепи, они там не нужны, убери их. Я с вами поспорю. Да, они не перебивают, но их задача с ямки поднять лежащую ботву картофеля. И они прекрасно справляются со своей задачей. Поднимает низ, подхвачивает середина, и вверх уже начинает все перемеливать, перебивать на мелкие-мелкие кусочки. Чем я и добился потрясающий эффект данной конструкции. Так, ну и замеряю вверх, как я вам говорил. Вот, смотрите, 75 сантиметров. Так, ну и крепится он, как вы уже сами заметили, обычной гайкой. Немножко подложил там. Легко сюда достать, чтобы закрутить данный диск с данными цепями. Вот. Значит, поставил я здесь защиту, вот такую резиновую. Сразу вам, наверное, промерю. Ширина у нас составляет 48, высота у нас составляет 26 сантиметров. И внизу у нас составляет 15 сантиметров. Но это уже каждый на свое усмотрение. Конечно, этот щиток мало спасает. Сюда нужно делать из железа нормальный, вернее, жерсти нормальный корпус, который бы защитил нас от всяких мелких кусков, которые вылетают. Я работал в очках, конечно, иногда мелкие кусочки били по очкам. Поэтому собираюсь что-то делать. Но пока оставил так. Вот. Руки дойдут, как говорится, доделаю. Собственно говоря, вот такой вот у меня получился обзорчик. Конечно, вы точно не делайте по моим размерам. Каждый отталкивается от своего, от того, что он имеет, от того, что он будет делать. Просто примерно я вам набросал, чтобы вы дальше уже ориентировались. Всем спасибо за просмотр. С вами был Юрий Воробьев. Всем пока и, как всегда, до новых встреч.